Всем привет и добро пожаловать на наш канал! Я предлагаю остаток выходных провести за каким-то классным сериальчиком. Сегодня я приготовила для вас подборку турецких сериалов, посвященных празднику всех влюбленных. Надеюсь, что видео тебе понравится и ты поставишь лайк за мои старания. Обязательно подписывайся, чтобы нам с тобой не терять друг друга. Открывает сегодняшнюю подборку сериал «Королева ночи», 15 серий. В ролях Мерьем Узерли, Мурат Йылдырым, Угур Палат, Седа Акман, Селим Байрактар, Денис Джилилоглу. Сериал расскажет историю любви Ширин, которая владеет маленьким парфюмерным магазином. Однажды она пересекается с Карталом. Вспыхнувшая влюбленность быстро перерождается в настоящее всепоглощающее чувство. Картал пленен красотой Ширин, влюбившись в нее с первого взгляда. Влюбленные готовы отдаться головокружительной страсти, но с наступлением рассвета они возвращаются к реальности, оставив воспоминания об этой незабываемой встрече. Ширин француженка, а ее отец турок. Она решает съездить на родину отца. В Стамбуле она встречает известного в Турции бизнесмена Азиза. Он рано теряет горячо любимую жену, которая умирает при родах, оставшись дочерью и новорожденным сыном на руках. Его друг и компаньон, умирая, просит позаботиться о своем трехлетнем сыне. Азиз берет на воспитание и сына погибшего друга. Прошло много лет, но Азиз все так и не может забыть горячо любимую жену. Но встретив Ширин, понимает, как сильно он любит эту девушку и вновь готов создать семью. Счастье уже не за горами, если бы не воля судьбы. Картал – приемный сын Азиза. Для кого же из этих двух мужчин Ширин станет королевой ночи? Четвертое место сериал «Доверенные», 111 серий. В ролях Халил Ибрахим Джахан, Сила Тюркоглу, Берат Рюзгар Аскан, Мелих Аская. Маленький Юсуф познал все горести. Его родители трагически погибли. Добрым и сочувственным человеком оказался Яман Керимлы, родной дядя мальчика. Яман Керимлы стал успешным человеком. Теперь он не бедный мальчик из трущоб, а богатый бизнесмен. Смерть родственников стала для него печальным известием. Яман не смог оставить пятилетнего мальчишку на произвол судьбы. Яман становится отцом для мальчика, только есть проблема. Яман не знает, как найти подход к ребенку, как окутать его тепло. Мальчику нужна мать. И так случайно в ее жизнь входит любовь. Она влюбляется в Юсуфа. На третьем месте сериал «Серебро», 104 серии. В сериале снялись Киван Штатлытук, Сангюль Аден, Юнгер Байрак, Экрем Бара, Фунда Ильхан, Айча Варлиер, Севинч Бюрсен. В сериале разворачиваются события наших дней. Главный герой по имени Мехмет теряет любовь всей своей жизни. Алкоголь повис над Мехметом. Его дед, чтобы спасти внука, женит его на девушке по имени Гюмюш. Гюмюш входит в дом Мехмета как обычная девушка, а живет в доме как госпожа. Матери Мехмета это очень не нравится, и она начинает устраивать конфликты с девушкой. Мехмет же со дня свадьбы еще не исполнил свой супружеский долг перед Гюмюш. Вроде их чувства покрыты льдами, но неожиданно он начинает чувствовать, что Гюмюш к нему не безразлична. На втором месте сериал «Черная жемчужина», 20 серий. В ролях Талгахан Саишман, Ханде Эрчел, Берг Хакман. Нередко бывает так, что даже самая настоящая любовь может превратиться в страдание, если кто-то будет мешать чувствам влюбленных. Кинан и Хазал – влюбленные молодые люди. Они пообещали друг другу никогда не расставаться и не предавать свою любовь. Однако с приездом в Урала отношения возлюбленных подвергаются серьезным испытаниям. Он неравнодушен к Хазал, поэтому вступает в борьбу за сердце юной красавицы. Причем ему не так уж и важно, чем именно закончится это сражение. В сериале, занимающем первое место, снялись Мехмет Али Нураглу, Альмила Ада, Эслем Акар, Нюрсель Кюсе, Гинджо Азак, Миндерес Саманджилар. В сериале будет показана история любви Кинана и Зюлюф. Она безумно влюблена, и эта любовь взаимна. Однако она не может быть с любимым человеком в силу многих обстоятельств. На какие же жертвы готова пойти эта женщина ради своей любви? Кроме этого, будут показаны отношения Зюлюф, Альмила Ада, и Кинана, роль которого исполняет Мехмет Али Нураглу. Они тоже влюблены, несмотря на свое разное воспитание и происхождение. А все начиналось из-за давней вражды между двумя семьями. Эта вражда довела до совершения убийства. Зюлюф, оставленную умирать в высокогорном колодце, случайно спасает Кинан. Любовь этой пары постепенно наладит отношения между двумя враждующими семьями.
Что ж, это были все сериалы на сегодня. Если подборка была тебе интересна, дай, пожалуйста, знать, поставив лайк или же напиши в комментариях. Кто еще не подписан на мой канал, активнее подписываемся, ведь дальше будет еще интереснее. Итак, первое место, сериал «Голубь или же голубка», 16 серий. Всем удачи и до новых встреч с новым видео!